Сразу в нескольких регионах России мощные снегопады привели к серьезным затруднениям на дорогах. Так пришлось полностью закрыть Транскавказскую магистраль, соединяющую Россию с Южной Осетией. По трассе запрещено передвигаться любым видом транспорта. По словам специалистов, вдоль дороги существует опасность схода лавин. Кроме того, из-за гололеда и плохой видимости для большегрузов закрыта часть военно-грузинской дороги, связывающая нашу страну с Закавказьем. На пункте пропуска Верхний Ларс скопились десятки машин. Но на Камчатке из-за снежной бури объявлено штормовое предупреждение. В школах Петропавловска-Камчатского отменены занятия, с перебоями работает морское сообщение, у побережья ожидаются 9-метровые волны. Скорректирована и работа аэропорта Елизово. Прошедшие сутки выдались снежными в Центральной России, только в столичном регионе. По словам синоптиков, выпало до 15% месячной нормы. В ближайшие дни также местами возможны осадки.